Щедрое лето на дары природы. Дачники торжествуют, собирают урожай. И заготовочки на зиму мы сегодня с вами вместе приготовим. Вот из этих незамысловатых дачных продуктов. Такие красивые баночки. Это настоящий привет от лета. И яблоки, и сливы, и огурчик, и помидор, и морковь, лук. Посмотри, какие ароматные, вкусные янтарные помидоры черри. Тоже в этой прекрасной баночке. Огурчики, помидоры, слива, яблоки, морковь, лук, чеснок. Все в одной банке. Доброе утро, друзья! Щедрое лето на дары природы. Сегодня мы с вами замаринуем помидоры, огурцы. Все, что нам подарила природа, мы с вами соберем в наши баночки и замаринуем. А зимой откроем и будем вспоминать красивое, доброе лето. Банки промыли, просушили, крышки прокипятили и будем закладывать наши дары природы в банки и заливать маринадом. Почистили лук, морковь, чеснок. Огурцы вот так обрежем с двух сторон. Сливу освобождаем от косточки. Ароматная слива тоже пойдет в банку. Болгарский перец режем на дольки. Морковь нарезаем на 8 частей. Яблоки тоже пойдут в нашу банку. В маринад я добавляю гвоздику, кориандр, лавровый лист. Яблоки небольшие, поэтому я кладу в маринад их целыми. Сейчас я протыкаю шпажкой деревянной их. В каждую банку я добавляю по 2-3 зубчика чеснока, предварительно порезав. И, конечно же, жгучий перчик, веточку укропа, кориандр. Ну, вы видите, что в банке сейчас. Баночки заполнили овощами и теми фруктами, которые добавляем. Для маринада я кладу на литровую банку 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. А сейчас у меня баночки уже остыли. Я выливаю воду и уже собираю маринад, кипячу. Перед тем, как залить уже готовым маринадом, я в каждую банку высыпаю по 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Вот таким образом. Заливаем кипящим маринадом наши баночки.
Банки залили и закрываем герметично крышкой. Закрыли банки, перевернули крышками вниз и ждем уже до следующего утра. Маринад на зиму готов. Вот такие вкусные запасы лета у нас с вами получились. Посмотри, какие баночки, полные дары природы. Прекрасные заготовки. Огурчики, помидоры, слива, яблоки, морковь, лук, чеснок. Все в одной банке. Привет от лета. Посмотри, какие солнечные янтарные баночки вкусных помидор черри. Готовьте, друзья! Радуйте своих родных и близких. И до встречи на канале «Новые горизонты».